Иисус также явился двум ученикам. Они немедленно вернулись к остальным поделиться волнующим известием. Господь истинно воскрес! Он явился Симону! Он шел с нами, но мы не знали, кто это. Но в преломлении хлеба мы узнали его. Иисуса? Как он там оказался? Мир всем вам! Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Ибо дух плоти и костей не имеет. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, а вы оставайтесь здесь, доколе не облечетесь силою свыше,